услышать, разобраться в ситуации, подсказать и помочь – главная задача, которую реализуют юристы Федерации профсоюзов, проводя прием граждан. Как правило, на такого рода встречи приходят те, кто имеет определенные правовые вопросы и не знает, как поступить в сложившейся ситуации. Ориентирован прием в первую очередь на разъяснение аспектов трудового законодательства. Непререкаемое правило – ни один озвученный вопрос не остается без ответа. Вопросы, которые беспокоят людей, они задают, и мы пытаемся найти в каждой ситуации какой-то вариант, так, чтобы это было возможно человеку помочь, направить его, проконсультировать. На прием, организованный для граждан, проживающих в агрогородке Клейники, обратилось порядка 10 человек. Озвученные вопросы касались различных сфер жизнедеятельности, от права на собственность и деления имущества до норм трудового законодательства. Кроме правового инспектора, участие в приеме приняли и представители районной прокуратуры. Вопросы, поднимаемые нашими гражданами, мы все учитываем при планировании работы и при проведении проверок. Ряд гражданам рекомендовано было обратиться с письменными заявлениями в органы прокуратуры для инициирования и дальнейших проведений проверок. Как показывает практика, такие приемы позволяют решать многие юридические вопросы качественно и быстро. Граждане, зная свои права и обязанности в конкретной ситуации, имеют все шансы быть услышанными.